Ваши аплодисменты! Здравствуйте! Всех с Новым годом! Для лазаньи нам понадобится цукини и все продукты практически зеленой компании. Вот, я буду использовать оливки Каламата, я их взбил просто в блендере. Они у меня будут как соус. Вот. Наш песто, в состав песто входит базилик, оливковое масло и грецкий орех. Вот. Сыр рикотта мы делаем сами. Сыр мы делаем из миндаля на кокосовом пробиотике. Вот. И кетчуп. Все полностью сыроическое. Я сейчас сделаю просто одно блюдо и сделаю такие вот маленькие, ну, как канапешки, и вы все сможете это попробовать. Так. Цукини мы нарезаем вот такими вот слайсами. Вот такими вот. Цукини мы будем мариновать в соусе, сделанном из базилика, петрушки, укропа и оливковое масло. Можно все просто взбить там в блендере один к одному и все. Смазываем соусом. Это будет как маринад. Если есть у кого-то какие-то вопросы, то можно задавать. Лазанья у нас будет двумя слоями. Значит, на первый слой у нас идет все то же самое, что и на второй. Салфетки. Так. Так. Мы мажем тапенада. Это соус из оливок Каламата. Мазать можно как хотите. Можно в любое место класть. Сыр мы делаем сами, ферментируем. В состав сыра входит миндаль, кокосовый пробиотик, лук-порей, лук-шалот, лимонный сок и пищевые дрожжи. Но на самом деле они не вредные, они активированные. Это не обычные дрожжи. Можно просто использовать сыр без дрожжей. У нас есть сыр. Можете у нас купить.
Так, ну вроде бы все положил. А, ну во второй слой пойдет помидоры. Намазали соусы и выкладываем следующий слой. Все то же самое. Так. А, ну, он похож. А, в него входит базилик, укроп, петрушка и оливковое масло. Ну, почти. Вот песто у нас вот такое. Песто у нас идет с грецким орехом. Так. И все то же самое. По сути, даже это больше не мастер-класс, а дегустация нашей продукции. Красный соус – это кетчуп наш. У нас идут, значит, сушеные томаты. Вот, мы их сами сушим. Вот. Чеснок, базилик. В качестве подсластителя идут финики. Оливковое масло. И, кажется, все. Да. Сушатся они, ну, где-то двое-трое суток. При температуре 42 градуса. Еще немножко неудобно. И следующий слой также. Так. Да, да, смазываю такой же зеленый. Неудобно, я полотенце не взял. Можно в три слоя и сделаем. Если вдруг кто-то хочет поучаствовать, можете выйти ко мне. Вот, собственно. Выкладываем слоями. Сверху можно. Я люблю помидоры с детства. Поэтому. Помидоры и крес-салат можно. О, давайте на вот этот.
Украшаю крест салатом. Ну, вот такая вот вкусная сыроежская лазанья. Вы сможете ее попробовать. Я могу сейчас сделать еще несколько таких мини-вариантов, чтобы вы смогли попробовать, что это. Ну, это тоже можно порезать. Если кто-то желает, подходить, не стесняйся. О, как вас много. Вилочкой, да? Где брать-то? Как брать? Вилочкой брать. Вилочкой? Вот сюда. Пожалуйста. Держите. Вон там есть вилочки.